There's a fire that burns inside, a fire that burns inside. Nothing can stop us. We'll be running through the night with a fire that burns inside, a fire that burns inside. Приехали сюда в 2 часа, здесь очень круто, нас раскидали по комнатам, мы заселились, и потом у нас началась как бы мини-конференция с лидерами. Мы все вместе познакомились, поиграли в игры, и сейчас здесь очень много народу, и мы обсуждаем проблемы года, план года, вот, и мы думаем, что мы справимся с этой проблемой, и потом скажем вам результаты. Пока! Фаридна, какая цель данной конференции, которая проходит на базе отдыха электроника? Ну, во-первых, на этой конференции мы подводим итоги прошедшему году. Мы смотрим, что у нас получилось, что у нас не получилось, что бы мы хотели изменить. Во-вторых, подростковое движение «Новое начало» на этой конференции ставит перед собой цели на следующий год. Что мы хотим сделать, что мы будем менять. И в этом году мы решили, что мы хотим сделать подростковое служение ярким. Мы хотим привлечь новых детей, новых подростков нам, на служение, на домашние группы. И третья цель, конечно же, это очень важно, наметить основные проекты. Вот все, чем мы занимаемся на этой конференции. А скажите, пожалуйста, какие проекты вообще ждут наших подростков в этом году? В этом году у нас все проекты изменились до неузнаваемости. Во-первых, у нас будет два энкаунтера, детский и подростковый. Детский энкаунтер у нас пройдет как путешествие, приключение, спектакль, который будет длиться целых 2 дня. Во-вторых, нас ждет необычайный лагерь. Мы решили и младших детей, и старших детей увезти на Южный Урал. И нас ждут 2 потрясающих лагеря, которые будут проходить среди уральских гор, прозрачных речек и глубочайших пещер. В-третьих, мы решили продлить творческий фестиваль. У нас он будет идти 2 дня, и мы решили, что наконец-то в этом году творческий фестиваль, который проходит уже 4-й раз, будет иметь свой финальный концерт, заключительный концерт победителей. Еще много-много-много чего нового, но на самом деле это уже очень так вдохновляет. Да, правда. Эта дельдиская прошла намного удачнее, чем ожидалось. И мы решили много вопросов и пришли к истинному выводу, как провести этот год. Он будет намного лучше, намного эффективнее и намного удачнее. Это было круто. Присоединяйся к нам.